с этой опасной вещью. Вера, возьми, пожалуйста, мою сумку. Спасибо. Идемте. Ого! Какие собаки! Переходи дорогу. Скорее дорогу переходи. Да, переходим, переходим, Лиза. Вон пляж какой. This is Baie Lazare Beach. Давайте на секундочку опустимся вниз. Или можете идти по дороге, я один вниз опущусь, Вера. Да. Здесь были только ступеньки, но... У тебя тяжело, тяжело. Baie Lazare Beach. Все, идите по дороге, да. Вер, тебе нужно спуститься, ты понимаешь. Вот, давай. Не забудь, с мамой. Нету. Вот, смотрите, можно посидеть на этой деревянке. This is Baie Lazare Beach. Baie Lazare Beach. Вер, подойди к мурочку, посмотри, что он чистит, нет? Можно с рыбой. Let me check this fisherman. It is very interesting. What is he cleaning? Посмотри, какие домики вверху, вверх, домики вверху, посмотри, какие. Вер. Вера. Посмотри, какие домики красивые. Он там мелочи какой-то чистит. Ну что, пошли на Такамаку? Пошлите. Идемте, ребят. Идемте за мной. Домик очень красивый вон. Я быстро бежать не буду, если что, быстро говорить им, я буду тормозить.
Давайте, давайте, идите, я жду вас. А, Вер, дай-ка мне что-нибудь такое тоже не нести. Идем. Дай что-то такое, не тяжелое. Да, вообще был Лазар. Вон вы идете, давайте, давайте. Идите, идите. Все, мы гуляем. Был Лазар. Вон вы идете, вас снимаю, ребята. Вон отсюда даже сниму вас. Проходите, проходите, я вас снимаю. Вы идите, идите. Вот будет видно, что вы идете, фон какой. Да. Идем, 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 и не останавливайся. Красиво. Идемте-ка по внутреннему кольцу пойдем. Вот здесь вот.
давай ко мне что-нибудь. Водичку какую-нибудь хотя бы дай, бутылочку, давай. Планшетик. Давай, давай. Ого, Лиза, в какую гору поднялась. Ничего себе, какую Лиза гору поднялась. Нам после такого можно на Каполью идти вверх. Кто ты? Кто это, Лиза? Да. Ну да, да. Молодец. Здесь свежий воздух, Лиза, смотри-ка море. Океан. Индийский океан. Вот по сути мы поднялись. По сути мы поднялись. Где машина? А, вижу. По сути, мы поднялись, а вниз спускаемся, и там будет Такамака. This is the road from Baie, Lazare beach to Takamaka beach. Вы здесь не приезжали мимо этого трактора? Нет. Никогда в жизни я здесь проезжал один раз. Только в одну сторону вверх. Дорога синяя такая, да? Да. Я так понимаю, мы должны уже спуститься, и там будет вот Такамака вверх. Thank you.
Да, аккуратно, тоже можно упасть из-за сгорки, когда. Если зацепиться ботиночком, можно полететь. У нас целая тропа здесь вверх. Получается, да? Среди джунглей. Красота, Верка? К стеночке давайте. Тихо, тише, тише. Она очень хорошо идет. Очень хорошо. Ну хорошо, здесь не напряжная дорога. Расин сказал, как и Дальний Восток. There are not many vehicles here, so it is comfortable to walk. Ага. Да вообще. Вот впереди скала, Лизенька, смотри, вот скала. А там океан, ocean. Ocean and the rock. Мы сейчас здесь пройдемся, еще за капулю захотим пойти. Так даже не будет веса этого. Когда на капоте пойдем, у тебя веса не будет. Если мы стали автобус ждать. Если бы мы остались ждать автобус, мы бы долго бы еще стояли бы и ждали бы автобус, Вер. Давай что-нибудь припни. Давай. Надо было ехать. Ну я же видео снимаю, Вер. Но это вырезать придется очень много кусков. Ну зачем ты со мной разговариваешь тогда? Все ворчания, все придется вырезать. Иначе что это за дело?
Так вот пятерка, автобус. Пятерка автобуса, если мы стали ждать, мы до сих пор бы его ждали. Его нету? А вот Такамака. Вот Такамака. В общем, мы спускаемся, вот и Такамака. Я так понимаю, подъемов больше не будет. Вер, подъемов больше не будет. А может, меня укачало на этих подъемах, спусках. Подъемах, спусках, и я отрубился. Смотри, сколько есть спусков, подъемов. Я здесь вот ехал, вот по этой дороге я ехал. А? Вот меня, может, и укачало, Вер. А вон скала какая в море, вон там, смотрите, одна. Ага. А, я думаю, что за черепашка ты говоришь? Все, железо, подниматься мы уже не будем вообще. Подожди, мы назад поедем через Анс-Рояль. Еще дальше, в другую сторону совсем. Мы сюда пешком не пойдем. Кто-то ездит туда, да. Нет, другая дорога. Ага. Пешком на нее можно встать, а на машине здесь не затормозишь ведь. Что за смотровая площадка, просто прикольно. На что смотреть? На океан? Ну, да. Попить хотите? Да, на водичке попить. Давайте тоже. Думаю, мы сегодня увидим еще черепах. А я вижу. Машина сзади, осторожно. Вот можно сюда, отойти их вот сюда. Нет, вот Такамака Бич, вот он. Осталось чуть-чуть пройти. О, это красивые цветы. Можешь лишь один сорвать, только не упади вниз. Ой, страшно, ты знаешь, что страшно. Я могу сорвать один, ну. Подожди. Я давай сорву. Ну хорошо. О. Муравьев скорее бери. Страшно? Муравьи. Они, да, они очень опасны. Ну все, все, тихонько, ребят. Идемте, сейчас главное спускаться аккуратно. Машина сзади. По краешку не идти, Лиза, по самому. Я, кстати, видал их этого млекопитающего, когда мы ехали на автобусе. Как крыса через дорогу бежала. В районе Лямуш. Да? Ой, красота. Вер, машина. Отойдем в стороночку. Да, я снял. Черепашка. Папа, смотри. Да. Я видел, я снимал уже. Да, красота. Идемте.
А вот так классно снимаю я пляж. Подход с горы, понимаешь? Не просто с точки. Там или с дрона. А вот как он пеший подход. На мотике так не снимешь. Ой, какая здесь красота, только не вот это вот, аккуратно идите здесь. Вот это красотища, Вер. Посмотри, что здесь. Вау! Вот это красотища! Да, уходим на ту сторону. Я иногда так доволен, что иду пешком. Оно тяжело, но вот пешком ходить. Кайф! На автобусе подъехал. Слушай, у меня появилось даже желание, может, на Каполю вместе пойдем. А вот автобус. А вот автобус. Пятерка. Ну вот, по сути, да. Пятерочка, да. И туда. Да, да, можно туда доехать на пятерке. Да. Вон и пляж. Это наш пляж. Это наш пляж, да. Мы пришли. Вау, посмотри, какая красота. Какая мощь. Какая мощь! Вот я ехал на Ансентенданс посмотреть вот на такое вот море, только там вот, знаешь, на берегу вот такое. Можно вон вниз спуститься и постоять внизу. Ну лучше пошли.
Вот и пляж. Вот и выход. Или пойдем к черепахам вначале сходим. Идемте, они будут в том конце. Ну, 2 километра прошли, ребят. Молодцы. Идем к папе, хорошо, идем к папе. Вон скала какая красивая. Давай, иди только впереди папы. Впереди папы иди. Вот так, молодец. Лиза очень хорошо, быстро идет. И это и бегу. Так, ну что. Только не по дороге идемте, наверное, пошлите по пляжу до черепах. По дороге пока, да? Почему? Вот ступеньки. Нет? Да, ступеньки вверх. Давайте-ка здесь я пляж заодно сниму. Да, ну идите вы по дороге тогда, а я пойду здесь. Одевай шапку. Давай мне сумку одну вверх. Пойдем вместе. Давай сумку мне. Мне же надо пляж снять. Понимаешь, от начала до конца. Мне пляж нужно снять, важно. Идем-то, все, идем. Я не буду возвращаться назад. Thank you.
Давайте. Давайте остановимся. Давай, давай, давай.